Осадки в виде снега пришли и в Великоустюгский район. Люди взялись за лопаты. Прибавилось работы и у коммунальщиков. Спецтехника накануне появилась на городских улицах. Хоть толщина снега и невелика, но убрать его необходимо, говорят работники ЖКХ. Диспетчерская служба анализирует прогнозы на ближайшие дни, составляет график дежурств, чтобы непогода не стала сюрпризом. Планируют, когда снег, уже технику подготавливаем к этому времени. Обслуживаем, заправляем, чтобы уже готова была, мало ли. Непогода будет. Так-то обычно рабочий день, в зависимости от снега, от гололеда. По словам водителя Игоря Текутова, рабочий день у коммунальщиков не нормирован. На линию приходится выходить рано утром или поздней ночью. Ведь главная задача – освободить улицы от снега в установленное законом время и подготовить дороги к массовому выезду автотранспорта. Рабочий день может начаться в 2 часа ночи, в зависимости от снега, как будет снег идти. И пока не закончится, будем все убирать. А убираем всю вторую часть нашу. Каждая зима по-своему несет свои сюрпризы. Сами видите, погода в этот год. Везде снег, у нас еще пока мало. Ну, будем работать, убирать. Как думаете, справитесь? Справимся. Было бы желание, а справиться всегда можно. Впереди у коммунальщиков долгая северная зима с обильными снегопадами. В это время года сотрудники ЖКХ работают на пределе возможностей, ведь любая оплошность может привести к автомобильным пробкам и ДТП. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.